чешуя явно не окуневая. Не сопротивляется, может быть, забагренная просто-напросто. Просто взяла и пошла, куда ей хочется. И вот сейчас идет, да, щука? Приветствую вас, друзья. Иду на рыбалку. Время уже обеденное. Сколько появилось свободного времени на рыбалку, столько и хочу его потратить. Иду на озеро. За спиной лодка. В руке спиннинг и рюкзак с приманками, катушкой и так далее. Всеми причиндалами. В общем, иду на озеро. Буду ловить лодки. Хочу половить хищную рыбу, которая будет ловиться. Думаю, окушок точно будет с щукой. Посмотрим. Вперед, друзья! Друзья, иду на лодочке к тем местам, которых я тогда ловил, когда тут не было воды. Взялся когда сазан, и на микруху я тогда неплохо половил карасей. Вон там торчит палочка, она как ориентир. Вот к ней иду. Спиннинг тот же самый, как гавайец, до 10 грамм. Катушка Shimano XH 2500. И на прошлой рыбалке тут хорошо работала эта приманка Sexy Impact 8 грамм на двойничке. С этого комплекта, с этой приманки я начинаю. Ух ты ж! Друзья, была поклевочка. И как видите, это чешуя явно не окуневая. Видимо, опять там стоит карась-сазан. Друзья, какая-то рыбка. Какая, не знаю, но сидит крепенько. Посмотрим. Не сопротивляется. Может быть, забагренная просто-напросто. Да, идет к поверхности, значит, забагренная рыба. Кто забагрился? Посмотрим сейчас. Все, не посмотрим. Но я думаю, вы видите, кто это был. Это был сазан. Палка вон там далеко. Переместился на противоположный берег, где обычно не половить без лодки. Или же, если в воду сильно не выдует. Тут рыбка должна быть. Так как места малодоступны, в принципе, да, с берега, чтобы половить. Может быть, она здесь. Все надо смотреть, все надо проверять. Перемещаюсь, ищу новые места. Здесь коса. Пока хищник не отзывается, совсем не отзывается. Меняю, кстати, и приманочки от пассивных до активных. И цвета тоже, соответственно, меняю. И яркие, и натуральные. В общем, по-разному пробую. Есть рыбка. Ух. А кто это? Щука, что ли? Какая-то рыбка. И причем неплохая. Без сильного удара, без такой поклевки. Просто взяла и пошла, куда ей хочется. И вот сейчас идет. Да, щука. Это щука. Это щучка, друзья. Ну, неплохая щука, да? Неплохая щучка. Иди сюда. Надеюсь, ты уже
Успокоилась? Нет? Нет. Еще я брызгала всего. О, какая буйная. Аккуратно скушала. Очень аккуратно. Откроем скобу. Так. Как тебе так взять? Во. Вот такая вот, друзья, щучка взялась. Симпатичная. И уже в пиявочках. Скушала приманку яркую с красной пяточкой. О, класс, друзья. Щучка взялась недалеко от лодки. Здесь такой небольшой приямочек. Получается, прямо на самой бровке небольшой. Глубина там порядка 4, наверное, метров. Рыбка тоже без поклевки. Но такое биение, как будто это карась. Как будто это карась, и действительно кругами ходит, значит, рыбка забагренная. Ну вот, как я и говорил, карасик небольшой. О, долго не проживет, будет кормом для щуки. Я слышу просто, что-то бьется. Леску бьет, приманку бьет, а это вот он кто, оказывается. Там забагрился, опять какой-нибудь гибрид и кругами ходит. Ну да, опять карась. Ох уж этот карасик, который багрится постоянно. Пусть растет, мне он не нужен. Кто-то зацепил, наверное, палку какую-нибудь. Нет, не палка. Палка, сетка. Да. Вот такое тоже тут бывает. Это не сетка, это кто-то... Кто-то оборвался тут. Снасть какая-то. Да, кто-то просто зацепился, видимо, и оборвался. 8 грамм. Ладно, уберем. Мусор не оставим, пока в лодке бросим. Рыбка без поклевки, друзья, почему-то без поклевки рыба клюет. Похоже на щуку. И похоже на щуку. Что с рыбой сегодня? Почему она берет без поклевки, я не знаю. Но это щука. Да, и неплохая щука. Ух. Торпеда какая. Да, 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 щука. Щука неплохая. Блин, а я без подсачиков сегодня. Вот она, красавица. Аккуратно берет и без удара. Хочешь, не хочешь, но иди сюда. Хватит баловаться. Хватит баловаться. Конечно, да. Без подсадчика брать рыбу. Конечно, я пошел на рыбалку. Опа.
Ну вот она и щучка, друзья, смотрите. Аккуратненько взялась за один крючочек. И такая, ну, полторашка, нормально. На котлетку можно, возьму на котлетку. Очень хочется жареных котлет щучьих. Не ругайтесь, ребята, но иногда я беру рыбку. Это копия Китыча, да, 90 миллиметров. И красная такая пяточка. И вот такая вот неплохая щучка. Ну что, друзья, коротенькая моя рыбалка закончена. Больше времени у меня на рыбалку нет, но я очень хочу сюда попасть еще на вечерочку. Посмотрите, какая красота у меня за спиной. Что касаемо самой рыбалки. Сегодня было две поклевки, если их таковыми можно было назвать. Это были просто подвесоны щуки и не более. Но две поклевки, две нормальные щуки. Ни одного окуня я сегодня не поймал. И было несколько поклевок карася. Скорее всего, мне так кажется. Но больше рыбы не было. Рыбалка все равно отличная. Лодочку я уже свою маленькую собрал. Буду направляться к машине. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Пишите свои комментарии. До новых встреч на новых рыбалках.